какой у нас тут Соник пойдет на карнавал, красавчик наш. А ты, Аделечка, иди тоже. Вот она, красоточка. А ты кто, Аделечка? Я Мини Маус. Мини Маус. Вот такие. А где ваша мамулечка? Сзади. А мамулечка у нас кто сегодня? Ну-ка, иди, моя золотая, сюда. Вас можно показать? Нет? А? Вас можно показывать? Ну как раз вот. А мамочка кто у нас сегодня? Аделечка, кто мамочка? Олень. Олень у нас мама. Ну-ка, мамулечка, покажись. Ой, какая красивая. Ну точно вся прям у нас такая. Ну все, хорошего вам карнавала. Вас можно показывать? Куда? Моим друзьям. А? Ну ладно, давайте, мои хорошие. Вот все. А я не могу, к сожалению. А здесь такой карнавал проходит, когда по улицам едут. Ну, я думаю, что где-то в телевидении кто-то видел. По улицам проходят наряженные, украшенные машины, люди, музыка звучит. И вдоль улицы стоят жители
города, поселков, с детьми и сами взрослые друг друга приветствуют, и особые восклицания, песни поют, барабаны. И те, кто находится или идут вдоль дороги, которые участвуют вот в этом карнавале, участники разбрасывают, раскидывают, вернее, надо сказать, в разные стороны, где стоят жители с детьми или просто взрослые. Вот такие сладости, игрушечки какие-то для деточек. Вот внуки сегодня принесли вот такие вот сладости и даже дозочку такую для бутербродиков. Аделечка, ну-ка ты прокомментируй, вот такая Эрички. Это твоя, да? Угу. А это тоже была дозочка питьевая там? Да ты что, и ведерко даже строительное. Угу. Вот это здорово, ну-ка рассказывай. И вот. Это что такое, сердечко? Угу. Пластмассовое? Нет, ну, мягкое такое. Ой, вообще. Ну вот насобирали. А весело было? Угу. Вообще деток много было? Много, да? Угу. В костюмах? Да. Тоже, да? Ой, что тут взяла ты вкусненькая? Я сейчас сама не знаю. Ну вообще классно вы нарыбачили, бабуля говорит. Вообще прям много. Это что такое, палочки или что? Это съедобные или что? Да, съедобные. Съедобные? Вот жвачка. Жвачка, шоколадочки. Попкорн, да? Угу. Вообще дозочка вот эта где питьевая интересная. Вот эти. Это что такое? Вот это, ну, такие сладкие, как это. Сладенькие? Да. Как будто попкорн такой. Мамины тюльпанчики, да? Угу. Угу. Ну, в общем, неплохо все. Ага. Да. Майонез даже поймали. Что вы? Даже... Майонез. Правда, что ли? Майонез? На да. Самом деле? Да. И ручку я поймала. Ну-ка, покажи ручку. Вот. Писать? Да. А я думала, только сладость. А вот это что такое, Денечка? Вот это. Да. Это что? Это пластырь, что ли? Не знаю. А, это что-то такое. Это не сладость. Это что? Мам? Что это такое у вас? Пластырь. Это пластырь, да. А вот это... А если вот такие, Диана, раскидывают, как лейкопластырь или еще что-то, это значит, как раз летит от тех, кто представляет что-то медицинское, да? Я вот это делаю. Майонез, это значит, какая-то столовая или какое-то кафе или еще что-то такое свое. Понятно. Ну, ладненько. Ручечку покажи еще раз. Вот. Очень много. Какая-то контора, ручки, да, карандаши раскидывала, фломастеры, а ты ручку поймала. Ну, здорово. Ну, в общем так. Ну, дозочки не нравятся. Ну-ка, Аделечка, открой, пожалуйста. Давай посмотрим, как оно там внутри устроено. Так. Ой, ну классненько, как хорошо. Угу. Это для того, чтобы разделять, да? Аделечка, у тебя такая тут это. Намотали верхушечку тебе такую. Ой, какая прелесть. Собрала. Так, и у Эричка, да? С Диной. С динозавриком. Тоже так же внутри, наверное. Видишь, как классненько. Хорошо. Ну, молодцы. Ну все. Завтра в школу. Сегодня отдохнули, завтра в школу. Вот так. Всем хорошего дня, пожалуй. А? Дня хорошего, говорю о тебе. Да? 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 Желай. Да, все хорошо. Я что-то про меня думаю. А, то у тебя свои мысли в голове, да? Бабуля к тебе обращается, а ты тут со своими мыслями в голове. Ну, ладненько. В общем, мы с Аделечкой желаем всем хорошего дня. Хорошего настроения, радости. Я не понимаю, вот что это. А что это? Ну, какая-то тоже конфеточка. А вот какая, не знаю. Не знаешь, не прочитаем.
Сейчас бабуля тоже будет здесь что-нибудь себе выбирать вкусненькое. А почему нет? Ладно? Да, можно, да. Ну, конечно. Можно же, конечно, конечно, конечно. Смотри, сколько мы забрали. Да.